Здравствуйте, дорогие друзья, рад приветствовать на канале. Снова мы выбрались. Сейчас, как вы видите, уже белый коп будет. Сезон пока закрывать не будем, но тут неожиданно навалило снега. Сами не ожидали, что столько. То есть все места, куда мы хотели поехать, ну, чтобы прилегла трава, к сожалению, она прилегла. Но и сугробы сейчас уже выше щиколотки-то точно, поэтому смысла пока нет. Ну, вряд ли это уже растает. Чешем наши любимые места, дочесываем, скажем так, в этом году. Но сезон не закрываем. Так что смотрим, будет интересно. Побродили мы по своему полю, чудо-полю. Ну, там только глубокий сигнал, а снег уже, к сожалению, мешает. Поэтому оттуда мы переместились. Вот здесь шла распаханная деревня, вот так. С той стороны тоже. Вот. И не так давно ее перепахали, мы что-то все собирались, никак... Вон, какой-то сигнал. Никак не могли... На 27-м посмотрим. Ой, нет, пряжка. Пряжечка, да? Так. Комочка. Пряжечка. У меня сигнал был. Монетка. Что-то темно-то. Одна вторая серебро. Я уже посмотрел. Так что походим еще. Так, сигнальчик у нас. Что ж так темно-то? Бубенчик целый, но погнутый. Кусочек отломился. Ну да. Здесь же рядом с монетой. Так, ладно. Так, у нас двойной сигнал. У меня ж так темно. Копеечка Николаевская. А у тебя чего? Капуста, да? Ладно, не пойду, потом снимем. Здесь сейчас побродим. Да, зима уже красивая становится. Деревья все белые. Лазим здесь. Друзья, утро следующего дня. Вчера так в итоге замерзли, устали. В общей сложности на час походили и все. Граничили с тремя монетами и смешным сигналом, который домой притащили в ледяном комке. Оттаяли, оказалась чешуя. Потом покажем. Приехали на ту же распашку. Вот, сегодня вроде потеплее, чуть-чуть отдохнули. Так что, возможно, что-то и будет. Будем снимать, как всегда. Так, дорогие друзья, сейчас по пашне чуть пролезли, конечно, ты очумеешь. Это сродни хождению, кто зимой по большим рекам ходил, где торосы или по озерам. Вот по торосам, когда лезешь метров 100, сродни тому же. Она замерзшая сверху, бьешься ногами. Ушли, здесь вот чуть-чуть не вспахано, ближе к лесу. Ну и первый сигнал. Копеек серебром 42-го года. Трешка. Три копейки серебром, скорее всего, да? Да. Что ж так на экранчике темно, ёксель-моксель. Сохран у них, к сожалению, оставляет желать лучше. Здесь вообще ничего не видно, я даже... Ладно, почти... походим еще. Так, ходим, бродим. Вот здесь участок, вот тот. Извиняюсь. И там находили монеты. Вот здесь нашли. И все это в одной, скажем так, плоскости. Вот еще монетка выскочила. Николаевский формат. Но сейчас, конечно, мы ее мусолить сильно не будем, потому что так темно-то.
Вот как-то так. Ладно, по белому копу, слава богу, не шмурдиологи, но хорошо. Ходим. Итак, очередной небольшой сигнал. Полушечка. Судя по всему, полушка Анны Анны сейчас. Ну, судя по узору, я не здесь в офисе. Ну, здесь сейчас мыть, это нет, лед, это сложно. Вот, еще пока походим. Походим. Классно зимой вдоль леса ходить. Все ветки трещат, а в лесу вообще обалденно. Такой, как будто он живет собственной жизнью. Мне очень нравится. Так, сигнал сегодня нечастый. Снимем. Трешечка. 36-й год. И гирьку сейчас, пуговку. Нашел, снимать не стал. Ну, в конце покажем, как всегда. Ходим. Ходим. Камера что-то подмерзает. Ходим, бродим по льдам. Что-то попадает сейчас. Как не туда чищили? Копейка серебро. Пол копейки точно. Вот попадаются. Уже все, уже тяжело копать по земле. Охотники бахают. Что сейчас, заяц что ли пошел? Я не знаю. Ладно, сигнал. Тоже, конечно, что не видно, но она еще и подубитая. Здесь копейк рамочник, судя по всему. Драть его не буду, потом помоем. Сейчас уже закругляться собираемся. Подмерзли. Так, итак, друзья, снимаем отчет. Вот все, что понаковыряли за короткое время. Вчера часа полтора, может быть, час, и сегодня часа два. Ну что, в зачет уходит троечок, отмоем, посмотрим, и чешуя. Так, как-то так. До скорых встреч. Всем пока.